I might eat this. Do I take the risk? I do, right? I guess I don't have to take the risk. I can just eat the shop here. Oh, but then I can't. Dreamer's better. Bro, I don't know. I don't know how to play this game. You think I know how to play this game? I'm broke also. What am I gonna do when I'm broke? Okay then. It's back. Place cultists? Guys, if my things live long enough, don't I just win the game anyways? Oh my god, my first panda, man! Oh! My first panda! Thrasher? Oh, ticket collector? Dude, is this quest broken? Like, I'm getting such insane buddies. I think you're going so fast here, probably. Oh. Wait! Oh, I go on Sylvanas, buddy. Oh. So we do this. Can we do this? No, we do this. Okay, that's pretty good. And then we fly this for fun, I guess. Okay, try to outstab this! Ривендера поставил крылобег еще. А Бинг меха на коня. Выглядит как потам. Выглядит очень плохо, ребят. А где наш Ривендер? Волк упал. Еще волк упал, подождите, что? Меха на конь отсюда. Меха на конь отсюда. Еще волк. Еще волк, подожди. У вас сломалась игра. Алло, Blizzard. Ладно, уже не волк. Ладно, это было настолько нечестно, конечно. Вот после такого, конечно, удаляют люди Hearthstone. Чё за антиреклама? После такого никто не останется в игре. Ну этот посерьезнее уже тип, против него хотя бы можно квест поделать. Или нихера. Что? Окей. Где Ривендер? Не троллят игра.
Поставил диагноз на YouTube Short. Работает, и тогда, возможно, я выиграю. Да, по золоту работает первое, охуенно. И он еще всех, кого надо, по золоте лучше. А, там клиф 40, 301. Что? Что? А знаешь, что случилось? Я так понял, он позолотил килтузада, и килтузад не сделал конец хода, понял? Не знаю, это идеально в лобби. Тут есть какашка в лобби. Есть какашка в лобби. Я могу сделать спылы дешевле на одну, и они еще и два дают бафы. Если с четверки дают нормальную карту, типа таун 4-5, то в четверку вообще выходить не хочу. Не везет. Не везет. Во-первых, тебя продать. Кинуть тебе билку сюда. Получить пирата. Потом кинуть в него две билки. A few moments later. Nice. Раздвоение работает x2 под этой картой. То есть если вы хаваете карту 1000-1000, то получает 2000 статов. Очень сильно. Вот тут то, что я не взял золочение еще одно, это, конечно, грустно получилось. Ну ладно. Я не знаю, это самая сильная комбинация. Найти спылы стоят на один дешевле, и спылы работают дважды. У вас просто бесконечная голда. Я на какой-то 7-й ход сделал тройной левелап, и у меня еще сверху осталось типа 20 голды там. Так, играем. Окей. What? Wait. How is that real? What the actual fuck?